Всем привет, с вами Прия. Сегодня вновь вскрываем недельные сундучки, и чтобы не терять удачу, я начну сразу с ДК, потому что, как показывают прошлые вскрытия, то, что я начинаю с твинков, это негативно сказывается на моем основном в текущий момент персонаже, рыцаре смерти. Итак, проверяем специализацию, кровь, все отлично, поехали. Это реликвия железа, 940-я, на самом деле... Относительно неплохая, уж лучше, чем усиление брони 2%, но нужно поработать с тигелем. Это обязательно, потому что то усиление, которое у меня лежит в третьей полосе моей реликвии на броню, оно весьма сильное. Это усиление крови вампира. Хорошо. Допустим, прокнуло, и допустим, эта реликвия будет мне полезна. Хорошо. Зайдем за Вара. Посмотрим, что упадет на Вара. Значит, там мне ключ дали. Катакомбы. Неплохо пойдет. Так. Специализация. Защита ставим. Обязательно. Поехали. Что это? А, это очередная шмотка на продажу. Красиво. Ключик чертоги, неплохо. Хоть ключики хорошие падают, ага. Так, ну плащик я потом продам, конечно же. Идем на друида. Да, на друида все-таки мне проки тоже нужны, потому что друид у меня будет участвовать в третьих рейдах. Как в гробнице Саргераса, так и, скорее всего, в Анторусе. Так что он чуть-чуть должен быть одет. Ну что, поехали. Это Fire Relic 935, который дизается моментально. Да. Такая себе картина, конечно, но ничего не поделаешь. Я даже специально не стал скрывать эти токены, чтобы не терять такую псевдоудачу. Я просто не знаю, как одевать этих персонажей. Ну да, конечно, можно там ходить в рейды мифические, можно там миф плюсы ходить в большом количестве. Но, понимаете, желания это немного, да и времени тоже. Вот ближе к декабрю, да, будет время в плане... походов миф плюсы ради фарма шмота и все-таки рвение к рейдам проснется наконец-таки. Все-таки Антурус выходит. Ну и что? Остался паладин. Сейчас я чувствую, увижу какой-то сильный прок. Ох ты ж, ё-моё. Да, это усиление какого таланта? Я не пойму, правда? А, это обычный талант. Вот оно как получается. Ну хорошо. Сейчас тогда мы сбегаем за паладина к тигелю. И потом за ДК. И я решу за ДК вообще, есть ли смысл вставлять ту реликвию. 940-ую железо с утробы душ. Или же смысла нету никакого. Сейчас будет 10-миллионнолетняя загрузка в Долоран. Самая лучшая, какую только можно было придумать. Но мы ее вытерпим. Вот. Yes, прокляло. Долетим до тигеля и посмотрим, что там происходит с ним. Что же там напрокало. Так, а события текущей недели у нас кое вообще? О, путешествие Лича, отлично.
Можно будет дополнительную монетку пролутать на своих мейнах. На Декайвара. Так, тигель, тигель, тигель. Тигель. Смотрим, что прокает. Так, мастер теней, скорость теней. Ну что мне лучше, искусность избегания или скорость move speed? Искусность дает паладину уменьшение получаемого дамага при активации щита праведника. Скорость я смогу чаще его накастовывать. Ну, знаете, лучше все-таки чаще. Ну а что у нас тут получается? О, правосудие считается самым лучшим талантом из этих. Окей. Так, ну а тут... А тут я возьму истязание слабых. И потом, скорее всего, возьму праведного рыцаря или броню веры. Не знаю на самом деле, что сильнее из этих двух. Тут вообще подумываю ревностного защитника брать. Так, окей. И теперь на ДК нужно сделать абсолютно те же манипуляции. Сколько он там дает плюс к эквипу? Плюс 2? Неплохо. Хоть не плюс 1, то хорошо. Сегодня, получается, я на ДК апаю 76 себе. У меня там два бонусных сундучка есть, не с данных, с Крутогорьем и Стражами. И основной еще сундучок с Ткачами Снов. Ну и локалочки на Аргусе дадут очень много АП, как всегда. Великие нападения, маленькие нападения, может даже легендарочка какая-нибудь упадет сегодня, не знаю. Сегодня, как всегда, рейдик будет в 15 МСК, будет чуть мифик или ХМ. Приходите, весело будет, как всегда, в принципе. Видите, да, сколько людей утигили, те счастливчики, которым релики прокнули. Так, ну что, смотрим. Обрадовался, называется, релику. Кровавая чума и так мало дамажит, от нее дамаг разгонять. Ну, бессмысленно. 1% хп, 1% парирования. Ну, это самые те дерьмо-таланты, которые только могли напрокать. Отлично. Я доволен. Спасибо. Ну, а чё, я его в другие даже специализации не вставлю, поэтому я просто продаю этот релик. Пошел вон отсюда. Ну и все как бы. Да... Грустно, конечно, очень всего этого. Ну, а что я вам могу сказать? Всех вам благ, счастья там, здоровья, чтоб прокало все, чтобы тигели нормально все прокало, всякие вот эти улучшения там, таланты, чтобы сами по себе релики давали полезную способность, ну и чтобы отлично, как говорится, все с этим было, с одеванием персонажа. Как говорится, готовьтесь к Анторусу. Будет весело. Берегите ноги. До скорого.